Традиционный образовательный форум стартовал в Ульяновской области еще 15 августа. Но его своеобразие, отличие от мероприятий в других регионах, заключается в том, что большое педагогическое собрание поистине большое. Оно длится в течение полутора месяцев. В этом году форум проходит под названием «Качество образования. Открытые возможности в Ульяновской области». Данное название не случайно, поскольку президент в мае месяце поставил перед страной задачи. И одно из направлений – это серьезное изменение в отрасли образования. Остановлюсь, наверное, на одной из приоритетных задач. Это вхождение системы образования России в десятку мировых систем образования. И это, безусловно, задача каждого региона. Главным событием мегафорума, как его называют сами педагоги, стало пленарное заседание. Оно проходило сразу на 5 площадках. Ими стали вузы Ульяновска и Димитровграда. В Ульяновском педагогическом университете в пленарном заседании принял участие губернатор Сергей Морозов. Мы готовы и мы можем быть партнерами любого образовательного учреждения по всем 10 направлениям в нашем надпроекте образования. Глава региона рассказал об основных направлениях деятельности, связанных с реализацией на территории области национального проекта. Он начнет осуществляться уже в этом году. Губернатор поручил разработать региональную стратегию образования, в которой должны войти предложения, в том числе от муниципальных образований области. Это будет одно из важнейших направлений нашей деятельности. Это перезагрузка общественного сознания в сторону формирования культа знаний. При сохранении на основе многовекового национального фундамента и богатого культурного наследия. В каждом районе будет создана модельная школа, которая должна стать настоящим образцовым методическим и культурно-досуговым центром. Будет существенно расширена сеть университетских классов. А в сфере профессиональной подготовки дадут старт уникальному проекту «Первая профессия». Есть свои предложения по улучшению системы образования и у молодых педагогов. Надо обратить внимание на программу наставничества, потому что та программа, которая существует на данный момент, она не во всех школах является эффективной. А региональной программы наставничества как таковой нет. И Молодежное министерство образования запускает проект по наставничеству. Он называется «Найди учебную идею, новый учитель». Презентация программы состоится завтра в креативном пространстве «Точка кипения». В преддверии нового учебного года туда приглашают всех молодых педагогов. Наставничество важно потому, что более опытным учителям действительно есть чем поделиться со своими коллегами. В образовательном пространстве города Ульяновска я уже работаю 30 лет. И главным направлением работы считаю работу с одаренными детьми. И дети, которых я готовил к Олимпиадам, несколько раз становились призерами заключительного этапа Всероссийской Олимпиады по географии. Николай Шиянов считает, что главным в работе с одаренными детьми является развитие мышления и логики. Это помогает не только в стенах школы, но и поспособствует их продвижению в жизни. А передать свои наработки можно как раз с помощью наставничества. Большой образовательный форум продлится еще более месяца и завершится 5 октября, в День учителя. Егор Цтов, Руслан Баталов, Новости дня, Ульяновская правда.